jump on a wave. When you hit a piece of bait, you wanna jump on this. Can't take that, no, but you're safe. I'm pumping face. Всем привет, друзья, с вами Крабаш 74, и сегодня мы с вами разберем такую опцию в игре, как GPS-навигатор для игры Farming Simulator 2017, ну или Farming Simulator 17, что в принципе одно и то же. Достаточно давно уже просят у меня, чтобы я показал эту замечательную опцию и как ей правильно пользоваться, потому что у многих она есть, но немногие умеют ей пользоваться. Итак, поехали. Показывать буду на Сосновке, карта Сосновка у нас. Покажу на комбайне и покажу на тракторе, вон там он стоит. Вот, ну это дефолтный, так сказать. Сразу стоит оговориться. То есть GPS-навигатор, он в принципе нужен для того, чтобы просто ехать прямо. Вот, GPS-навигатор не работает в автоматическом режиме. То есть вы должны обязательно находиться в технике. То есть, если вы из техники выходит, GPS-навигатор сбрасывается. Вот. И, в принципе, вам на курс его опять надо ставить заново. И, ну, в общем, как-то так. То есть, пока вы сидите в тракторе или в комбайне, он будет работать. А как вы только вышли, не, все, не будет. Мод сам стоит у меня сейчас. Вот. Мы его включаем. Включение сочетаний клавиш буду нажимать. Сразу скажу, то есть это будет левый Ctrl, Ctrl, который левый, и на Number Lock это цифровая клавиатура, где циферки все нарисованы, написаны, вот, и Number Lock, то есть я думаю, что все знают, что это такое. Итак, нажимаем левый Ctrl и 0, это мы включаем GPS-навигатор. Вот, он включился. Для дополнительных опций мы включаем левый Ctrl опять, зажимаем и нажимаем запятую на Number Lock. Там еще написано снизу Del. Вот, все опции у нас включились. Вкратце я пробегу сейчас и объясню, что здесь за опции. То есть здесь есть ширина, вот она. Кстати, чтобы у вас мышка свободно двигалась и вы могли опции все выбирать, нужно зажать левый Ctrl. И, собственно, выбирать. То есть, пока зажатый Ctrl, вы можете выбирать и настраивать GPS-навигатор. Как вы только его отпустили, камера начинает вращаться. Как мы его нажали, у нас появилась мышка. Вот, думаю, это все понятно. Итак, нам нужно по размеру жатки сейчас размер жатки подобрать. То есть, для того, чтобы он ровненько у нас шел и у нас лишнего ничего не захватывалось, точнее, координаты не сбивались. Самый лучший способ — это зайти в магазин и посмотреть размер именно самой жатки. То есть мы заходим в магазин, нажимаем P, заходим в жатки. У нас дефолтная жатка, по-моему, от кейса. Она у нас идет 4,3 метра. Программа может и в автоматическом режиме определить, какая жатка стоит, вот. Но она не всегда правильно определяет его. То есть здесь нужно это учитывать обязательно, потому что есть такая проблема и иногда неправильно определяет. 4,3 метра. Посмотрели, вот он размер. 4,3 метра. Запомнили, идем в навигатор. Здесь у нас стоит размер. Размер, вот он указан. 6 метров. То есть нам он не нужен. Мы можем ширину, вот где ширина написана, нажать на клавишу А. То есть автоматическое определение ширины. Он автоматически определяет 4,4 метра. Нам не надо 4,4. Нам нужна ширина 4,3, потому что жатка 4,3. Убавляем. Убавлять ширину — минус, прибавлять ширину — плюс. Вот. Убавили 4,3. Далее. Мы начинаем подстраивать наш комбайн, то есть правильно его на курс выводим. И курс у нас, видите, он у нас немножко съезжает, то есть он не будет захватывать чуть-чуть. Для этого зажимаем опять Ctrl и регулируем, то есть установка курса. Мы ее немножко сдвигаем. То есть, видите, полоски начинают двигаться туда-сюда. То есть мы приблизительно нажимаем, подгоняем, какой нам курс нужен. Вот так вот приблизительно. Далее, что стоит еще отметить. Можно сделать, что он будет автоматически разворачиваться и опять заходить на новый курс. То есть без вашего лишнего вмешательства. Для этого здесь нужно выставить это у нас вот здесь. Здесь нарисован человечек зачеркнутый. Мы на него один раз нажимаем, он нам показывает, что он доедет до края поля и остановится. Еще раз нажимаем на эту же кнопку.
И он нам показывает, что он будет разворачиваться влево. Как только он доедет до туда, разворачиваться начнет влево. Если вам нужно повернуть направо, мы нажимаем правый поворот. То есть вот так вот направо будет поворачивать. Так будет налево поворачивать. Думаю, здесь все ясно. Поставили курс налево. Здесь самое главное, вот здесь, чтобы у вас стоял 0. Вот. Иначе он будет дурить. То есть он... Можно поставить через одну или через две. Если вы с друзьями работаете, можете через одну ставить. И он... То есть ваш друг поедет за вами, и он через одну будет заезжать. То есть следующий ваш друг поедет, и он будет тоже через одну заезжать. То есть как бы вы, получается, будете вместе работать с ним. Вот. Здесь все ясно, разобрались. То есть теперь настроили, все сделали здесь. Далее. Нажимаем клавишу, то есть смотрим опять же, вот смотрите, сейчас я вам покажу вкратце, видите, полоска посередине зеленая, которая вот это вот идет, это определение курса, то есть он сейчас показывает, что он поедет назад, то есть он будет выруливать назад. Нам нужно чуть-чуть двинуться вперед, чтобы полоска зеленая появилась у нас спереди, вот она. То есть это значит, что он по курсу поедет вперед. Теперь нужно включить GPS-навигатор. Для этого нажимаем левый Ctrl и W. Вот, появилось вот здесь вот, типа, сигнал пошел. И теперь просто нужно нажать клавишу 3. То есть включить жатку саму. Сейчас я разверну ее. Включить саму жатку обязательно нужно. Нажать клавишу B. И нажать 3. От вас больше ничего не требуется. Он сам будет все делать. Сейчас мы это будем наблюдать, просто сидеть. То есть больше делать ничего не нужно. Все правильно настроили, все выставили. То есть он доедет до края поля. Вот. И дальше он совершит левый разворот, то есть который нам и нужен. Он автоматически будет при следующем развороте определять, что ему нужно повернуть в другую сторону. Вот сейчас будем смотреть на это. Опять же, эта функция, она работает только на ровных полях, то есть полностью квадраты. То есть прямоугольники, квадраты, то есть ровные поля. Он не всегда, видите, корректно срабатывает. То есть вот бывает, бывает. Это ничего страшного в этом нету. То есть мы просто его корректируем, как на обычном поле. Вот, видите, я чуть-чуть газанул вперед, и вот он нам показывает следующий курс, то есть он может определить. Либо вот через одну можно подъехать. Вот. С большими сжатками это получается хорошо. С маленькими сжатками вот такой геморрой выходит, через ряд он начинает работать. То есть каждый, видишь, допустим, следующую заезжаем, еще один курс показывает следующий. Он делит уже поле на секции. Вот. Нам нужно следующее. Вот сюда. Мы просто чуть-чуть вперед поднастроили его, нажали Ctrl W, то есть курс получил он, и нажимаем троечку, и все, и поехали. Он сам ровненько выстроится и поедет ровно. То есть таким образом можно очень ровно поля занимать. То есть и это замечательно. То есть от вас в принципе ничего больше не зависит. Он доехал до края поля, вы разворачиваете комбайн или это, допустим, плуг, как в нашей ситуации сейчас я покажу. И вы просто разворачиваете и все. Вот, он пищит, он предупреждает вас, что конец поля. То есть и ждет от вас команды какой-нибудь. Либо он сам автоматом сейчас начнет выворачивать здесь, но выворачивает он через два, получается, пролета. Нам это не нужно. Мы его заново на курс ставим и... Собственно, Ctrl W, тройка, и все, и он поехал. То есть, по сути, здесь, я думаю, что все понятно. Та же самая история, вот, видите, как только мы вышли из комбайна, он сразу заглохнул. Все. То есть, далее такая же ситуация, когда залазим в комбайн, опять включаем Ctrl W, чтобы на курсе, он на курсе уже стоит сейчас, поделил поле. Кого-то машину угнали, походу. Вот, здесь та же самая история. Что касаемо, собственно, вспахивания. Смотри, то есть мы также включаем здесь навигатор. В каждой технике нужно его сначала включить. Ctrl 0. Он показывает курс. Нам этот курс не устраивает. И нам размер жатки, видишь, он здесь больше показывает. То есть мы идем Ctrl запятую. И начинаем выставлять автоматом.
Вот. Он ее определил, ну, вроде бы как бы корректно. Приблизительно посмотрел, вроде корректно. Все. Значит, все нормально. Видишь, он определился. Двигать мы ни влево, ни вправо никуда не будем. Просто нажимаем Ctrl-W. И нажимаем. Включаем, естественно, нашу приблуду. И поехали. Троечка. И, собственно, вот такая дилемма. Ну, можно на другой технике показать. Давай я его с курса собью. То есть, как вы только влево или вправо повернули куда-нибудь, курс сразу сбивается, и он пропадает. Вот. Также, сейчас я покажу, что, допустим, вот, стоит у нас один. Не, давайте его отцепим. У нас где-то здесь сеялка есть. Вон она лежит. Сейчас быстренько на сеялке покажу. На ней будет нагляднее. Так, подъезжаем, семена заправляем сразу. Заправляем семена. И сейчас поедем на засаживание. Все, поехали. Крышку закрываем, N букву нажимаем. Подъезжаем к краю поля. Нажимаем Ctrl-0. Курс определен. Ctrl-Enter это быстрые клавиши. Ctrl-Enter это он у нас пытается определить автоматически, но не получается. Нажимаем Ctrl-запятую. Здесь выбираем ширину. Букву А нажимаем, то есть автоматически ширину подобрать. Подъезжаем к краю поля. Нажимаем Ctrl-W. Включаем GPS. И, собственно, опускаем. Троечка, и все, он поехал садить. Видишь, посадка началась. Чтобы вам вот это все не мешало, то, что у вас сбоку здесь, нажимаем Ctrl и запятую, и он прячет это все. Если вам нужен маленький GPS, Ctrl и еще раз запятую нажимаем, и появляется небольшой GPS. Если вам нужны настройки, Ctrl, опять же, запятую, и большая высвечивается. То есть вот так вот. Здесь у нас предупреждает, и видишь, я ничего не выставил, чтобы он на разворот это делал. Мы просто берем сейчас, доезжаем, разворачиваем его сами в рукопашку. Выходим на курс. Самое главное, чуть-чуть на курс встать. Ctrl-W, тройка, поехал. Больше делать ничего не нужно. То есть вот такая вот незамысловатая программа. В принципе, она облегчает вам. Вам не нужно постоянно подруливать то влево, то вправо. То есть вот так вот. Она просто, это для руления, так скажем, прога. Больше ни для чего она не нужна. Вот. Как мы только вышли из какой-то техники, она, собственно, останавливается. То есть в автоматическом режиме GPS-навигатор, он не работает. Совершаем маневр, опять же. Выходим на курс. Нажимаем ему Ctrl-W, тройка. И он поехал. Замечательно. Смотри, теперь в другую технику. Когда садимся, если вы в другую технику садитесь, и вы в ней уже включали GPS-навигатор, он здесь будет уже включен. Он активный. Видишь, у нас окошко полностью высветилось. То есть он уже активный. Вам просто нужно будет поставить на нужный курс заново трактор, загнать куда-нибудь. То есть, допустим, вот на любой курс ложим, уложим его, ложим, кладем. Да без разницы. Итак, Ctrl-W, тройка, и он сам выворачивает, сам поехал. Все, он продолжает свою работу. Все просто. Ссылка в описании под видео, лайк с вас. Надеюсь, что помог. Если помог, ставьте лайки. Не жадитесь, ставьте лайки. И с вами был Карабаш74. Всех вас сегодня жду на стримах. Всех с праздниками. Сегодня праздник. Почитай какой. Загугли. И всем удачи. Всем пока, ребят.